Добрый день, друзья. Вот я сейчас нахожусь на крыше. Вот. Сделал вот такие вот леса. Трап своеобразный. Переделал лестницу, чтобы удобно было забираться на крышу. Вот. Суть не в этом. Суть в том, что вот вызывал одного человека. Вначале первые мастера у меня делали печь. Вот. Трубу вот эту вот выводили. Вот, сделали плохо. Вот, пришлось переделывать и вызывать других мастеров. Вот с форума я нашел одного человечка. Вот. Говорить имя тебе не буду, потому что, возможно, человек просто не очень опытный. Не буду портить ему, так сказать, дальнейшую жизнь. Ну, в общем, вот суть такая. Значит, он переделал, обрезал доски, которые они оставили предыдущие, значит, бригада, и сделал вот здесь такую вот конструкцию. То есть он вот этот лист оцинковки прибил вместо маленького листа, который затекало на металлочерепице. Вот. И так как доски там обрезаны, обрешеточные, уже на расстояние нужное по ГОСТу, вот, то вот здесь сейчас сделана была бутиловая лента. Вот, и здесь вот это вот все дренирует. Вот так вот. То есть вот это все дренирует. Вот, в результате, значит, прошел год, и вот в результате я сейчас все отодрал, вся бутиловая лента практически там частями отошла. Вот. И вот сейчас думаю, как это все дело исправить. Возможно, надо будет мне разобрать низ, то есть низ изнутри дома. Вот. И там сделать какую-то конструкцию, чтобы вот эта вот вещь не дренировала больше. То есть, возможно, вот какие-то вот так вот, вот так, вот так вот, что-то такое из металла. А доски обшить вот специальным этим материалом, который не горит. Он похож на асбо-шифер, ацеид. Вот. Но он немножечко другой консистенции, возможно, там больше асбеста. Вот. Там сделано у меня первый этаж так, внизу. Вот. Так что вот в дальнейшем буду показывать. Возможно, что-то такое смогу сделать. Вот труба. Вот. Вот такая вот труба. Здесь выход. Вот. Так что вот приходится все собственными силами делать. Ну, благо тому, что я все-таки монтажник. Вот. Но я в этом деле совершенно не специалист, то есть я в печках не разбираюсь. Вот, придется почитать про это дело, как лучше сделать, посмотреть. Ну и жду от вас в комментариях. Спасибо.